Ну, Том сказал, что она вернется. Ее не факт, что большинство депутатов поддержит. Это наше предложение. Это предложение КПРФ. А до этого было сформулировано общероссийским движением «Русский лад», которое я тоже являюсь зампредседателя, еще в начале прошлого года в статье по русскому вопросу в «Правде». Я об этом писал. Один из пунктов, в котором мы были, чтобы подчеркнуть национальное самосознание по желанию гражданина. Я, например, у меня есть желание, чтобы я, так сказать, ответственность считаю за свою страну, за свою нацию, эту графу ввести. Другие этого не хотят. Но я уверен, что большинство наших оппонентов, депутатов, они за это не проголосуют. Мы ее выдвинули, но не факт, что она будет.